С нами ли вы уже? Дорогие наши поклонники прыжков на лыжах с трамплина, надеюсь, что да. Потому что пора нам собираться. Третий этап, этап ключевой, этап решающий. Выступит именно на этом тирольском этапе. Либо уже эта четверка окончательно уйдет в отрыв, и дальше Бишофсхоф и не будут между собой разбираться, ну хотя бы вчетвером. Хотя бы не один какой-то доминатор или не дуэль. Морозец убористый такой, но перед этим были оттепели, и поскольку Инсбрук находится достаточно внизу, на дне котловины, которая окружена снежными горами. Правда, покров вот здесь, в этой части Австрии, далеко не такой рекордный для этого времени, как, допустим, в соседней Италии, но об этом уже все сказано. Технические характеристики самого старомодного и самого поэтому опасного, скажем так, для новичков трамплина на вашем экране. Видите, когда ветераны продолжают. Стартовый протокол на вашем экране. Единственный этап исключения был первый, когда из-за чрезвычайной ситуации вокруг поляков вынуждены были поставить более 60 человек в первую попытку, и, соответственно, поэтому дуэли не получилось. Здесь же по итогам квалификации дуэльные пары определены накануне. И что сказать? Формула всем хорошо известная. То есть ты старайся, конечно, выиграть в своем дуэте, но старайся прежде всего показать свой лучший уровень. Поэтому даже если проиграешь в своем дуэте, тем не менее 5 счастливых проигравших тоже идут дальше. И надо сказать, что некоторые предсказуемые дуэты стали менее предсказуемыми после того, как при изменившихся погодных условиях, а ветер был очень переменчив, некоторые получали даже под лыжи в районе 1,5 метра в секунду. Ну и, соответственно, из-за этого Сергей Курдюков вместе с вами на легендарном Берг-Изль-Шансе начинается соревнование в первой попытке. И сразу же турнирная судьба сводит двух японцев в дуэли. Ну и в то время как Кобаяси-младший, победитель этого турнира, как и всех остальных этапов, 2 года назад опять демонстрирует приличный уровень. И с такого же разгона из 11-й площадки он показал 8-й результат. Сато как-то выглядел бледновато, но вы видите, что сейчас. И мы увидели, что если ты набрасываешь 6,5 метров относительно капоинта, то ты в 30-ку попадаешь. И не просто попадаешь, попадаешь, скорее всего, в 20-ку даже. Но посмотрим. Кобаяси внес тонкие коррективы в свою технику и начинает возвращать себе технику. Сейчас каждый раз очень интересно смотреть и сравнивать то, что он изображает, с тем, что было 2 года назад. Здесь он отработал высоту хорошо, больше, более акцентированно это сделал, чем в Гармише. Из-за того, что у нас сегодня конвейер, сегодня вид спорта за, видом спорта в эфире. Вот эти 132 Рюю Кобаяси практически гарантируют шансы на борьбу в десятке, а может быть даже за призовое место. Что-то они тут с протоколом не разобрались, между ними тоже все понятно. Один выиграл, второй проиграл в дуэли, но тем не менее практически гарантировал себе участие в финале благодаря хорошей дальности прыжка. С другой стороны, Макси Штайнер, дебютант, который пробрался из национальной группы, попал в 50-ку и продолжает, вы видите, удивлять. Набирая уверенности, чуть на 11. Скорее всего, хотели все-таки больше зрелищности, хотели дать возможность улетать подальше. Но нужно сказать, что те, кто не очень опытен на этом именно трамплине, могут напортачить далеко, слишком улетев для себя, могут напортачить на приземлении, потому что компрессия, удар на приземлении здесь очень сильный. Но так, с другой стороны, таких более-менее зеленых-то квалификация отсеяла. Кито Сахо тоже может кто-то посчитать зеленым. Но нет, он уже оперился. Да, на таком уровне идут соревнования, что даже Кито Сахо должен быть доволен своим прогрессом. Ахонен очень придирчиво наблюдает за дуэтом своих соотечественников. Вот вы видите, чуть лучше Штайнер. А Кюдо Сахо вынужден становиться в очередь. Но так же, как и Сато, он, по идее, должен смотреть с оптимизмом в будущее. Ветер пока не настолько
жестоко переменчив. Но Штайнеру наилучший он достался к данному моменту. Жига вчера смотрелся очень неубедительно. Сегодня гораздо лучше. Сегодня практически все, кто вчера... Когда мы видим только эти прыжки, не видим тренировочных, не видим прикидок внутрикомандных, тогда мы не можем обо всем судить достаточно с полным основанием. И вот сейчас, когда вот получаются эти прорывы, мы понимаем, что Грота прав, делая выбор в пользу Жиги и давая ему дальнейшие шансы, не списывая его сразу. Так же, как, допустим, Хорнгахер отказывается отправлять в запас Шмидта и включать Ричи, несмотря на то, что Ричи попал в тридцатку. Напесных слов в свой адрес слышит старший тренер Михаил Долежал. Ну, Йеллар теперь становится в очередь. Да, согласитесь, обидно. Обидно улететь через капоинт на много метров и не попасть в результате даже в финал. Но вот таковы погодные условия. Так, такой сюрприз на Бергизельшанце. Тут постоянно сложно что-либо предсказать. Иногда бывают просто катастрофические погодные условия, которые иной раз даже не дают возможности провести вторую попытку. Иногда вот такие просто-напросто райские. Лакнер... С отмашки Витгойцеля. И им еще повезло, потому что таких дуэтов только два. Вот этот и еще Фетнер против Хубера. Под конец трамплина Ману Фетнер, не думаю, что имеет шанс и в той паре справиться и пробиться. Обратите внимание, да, что здесь подключают видео с фанатами некоторыми. И немножко посмеялись австрийцы. Ну, это традиционные, конечно, австрийско-немецкие между собойщиками. Они сказали, что картонные зрители, это было, конечно, уже за пределами добра и зла. Имеется в виду с точки зрения вкуса. Уж прям совсем большие лавры. Но Лакнер, в принципе, держится в двадцатке сильнейших. И изначально в поединке с Шифнером, которому еще надо было постараться попасть в основные соревнования, потому что предварительные его ставки были невысоки. Ну и здесь логичная развязка этой дуэли. А вот первая из двух пар с участиями российских спортсменов. Назаров против суперлегенды Шлири. И Климов будет бороться со Штенкалой несколько позже. Открывает эту пару Михаил. Маловато высоты немножко, мне кажется, набрал, но зато в полетной фазе все было здорово. И... Потому что всегда выиграть у Шлири даже в его нынешнем состоянии, это всегда очень почетно. Вон на него смотрите, не на меня показывайте, а на Шлиренцауэра. Наведите камеры, намекает Михаил Назаров. Очень уважая, конечно, этого великого прыгуна, который выиграл более 50 раз на этапах Кубка мира. И который хорош здесь, но чуть хуже, чем Назаров. Он доволен тем, что он, кажется, что все-таки в пользу россиянина. Любой, кто перелетает через капоинт более-менее, да, вот вы видите, они соседи. И разрыв между ними крохотный, но это может стать и приговором Грегору Шлиренцауэру. Вот этих самых... 0,7 балла вполне может и не хватить, когда он будет стоять в очереди за звание участника пятерки лучших проигравших. Превцы, трудно сказать, но мне кажется, что опыт Петера должен здесь в первую очередь принести результат. Хотя и цены, не думаю, что категорически собой недоволен. Славянская дуэль. Превца и Ланишика. Домена Превца, младшего Превца с Ланишиком. Ланишик очень хорош сегодня в прикидке. Вот это эмоции. Ну, в общем и целом, в той паре, учитывая непредсказуемость Домена, конечно, полной определенности нет, но я думаю, что Анже. Ответ.
убедительный и тоже все достаточно близко. Гамман набирает уверенности войти в дополнительную национальную квоту. 130. Это его личный рекорд на данном трамплине. Мартин дожидается того, что, в общем-то, уже ясно. И обходит он Ценепревца. А Ценепревц второй среди проигравших, получается. И нужно все-таки в рамках разумного оставаться. Лейтнер против Альто. Альто, получив благословение от Яна Ахонена, который пожаловался на то, что у него полный разброд и шатание с диетой и с образом питания на данный момент. Даже, по-моему, нет, в тот раз не на чужих лыжах. На чужих лыжах он прыгал, и тогда еще более-менее конкурентоспособны были двоеборцы, а когда взял свои... Но кто-то скажет, это великий прыгун и чистый прыгун. Но все-таки это было интересно, да. Это был сюжет такой, который пробудил самолюбие его подопечных. Но это все речь о двоеборцах. Правда, двоеборье финское, вы помните, периодически тоже, так же, как и двоеборье российское, делегировали в основной состав прыжковой сборной неплохих ребят. Отличный прыжок Альто. Обретает постепенно. На место в пятнашке претензии могут быть вполне обоснованы. Альто обходит Лайтнера. Гранрут занимается растяжками. Ну, человек, благо здесь вы видите, что опилок предостаточно и... И взбадривает это немножко, потому что все-таки это не совсем гладкая поверхность, это не пенка. Так что такой массаж спины тоже одновременно. Он вообще креативен в своих тренировках и подчеркивает, что это наследственное. Итак, Томен против Анже. Очень недурно и гораздо лучше, чем в прикидке. Гораздо увереннее, чем в так и не обрел нужного ритма. На Гросс-Олимпиашансе понимаете, что... Нет, это не сестра, хотя примерно такого же возраста, да, и сестра прыгунья, очень талантливая, о которой мы будем слышать многое. И Ланишек удерживает хорошую форму, продемонстрированную прикид укорачивания разгона. Спортсмены получают. И вот она компенсация плюс полтора. За счет этой компенсации он выходит в лидеры. Хотя и проиграл себе по дистанции. Проиграл тому результату, который показал час назад. Чуть-чуть поскромнее выглядел Кубацкий. Но я думаю, он вернется. Да и не чуть-чуть, он значительно скромнее, чем вчера выглядел в заключительной тренировке. Ну, давайте не будем на этом зацикливаться, как и не зацикливается он сам. Ой-ой-ой-ой-ой. Молодой эстонец здесь. Им было на предыдущих этапах. Очки, соответственно, набирал только за одну попытку, в отличие от своих соперников, и соперники уходили в отрыв. Получился какой-то сбой ритма у него, мне кажется, при подготовке к этой попытке. Казалось, уже нашел себя в прикидочной попытке, но не закрепил тот успех. Ну, а Бойд взял повыше и без особого труда перелетел линию Капоэнта. И у него шли лучше. В Висле он был девятым, в Энгельберге однажды шестым. Но тоже, в принципе, неровно. День ото дня форма его... Не форма, а... Скажем так, автоматизм его пока еще не присутствует в той мере, что нужно. Йоханссон рискует, кстати говоря, вот за игру с маской, за незакрывание носа. На Тур-де-Ски уже вовсю штрафуют. Немалое количество людей заплатило по 250 швейцарских франков. Там настоящая охота, это отдельный тоже
тематический выплеск такой, который присутствует практически везде. Но укороченный разгон на две площадки по сравнению с теми, кто открывал первую попытку. Ланишек лидирует с разгоном с девятой площадки. Кобаяси, который разгонялся с одиннадцатой, идет вторым. И дальше тоже те люди, которые работали с длинного разгона. Ну что, стряхнул себя хандру или нет? Подверженный ей, что и говорит Роберт Йоханссон. Не тот получился Новый год, которого он хотел. Кто-то скажет, что это чепуха, но система требует тонких настроек у прыгуна. Особенно такого психотипа. Результат, в принципе, соответствует тому результату, который был час назад. И компенсация даже маленькая получается в плюс. Пашке, проиграв в этой дуэли, несмотря на то, что перебрался через капоинт, не попадает в финал. И вот это как раз вот и показатель, что при таких выгодных в целом погодных условиях, при выгодном направлении ветра, перелеты через капоинт ничего не гарантируют. Эриксон против Хайбека. Хайбек, казалось бы, не узнает сам себя. И на трамплине, рекорд которого по-прежнему уже шестой год принадлежит. Вот после такого прыжка, во-первых, сразу же расстается с любыми шансами на продвижение дальше. Ну и Хайбек, в общем, на этот прыжок, который делает аутсайдером Эриксона, не должен даже обращать внимания. Надо постраховывать Крафта. У Крафта как-то не пошло. Но вопрос, что с Линдвиком, останавливается потихоньку, но не факт, что появится в Бишофсхофене. Молодец, Хайбек! Немножко на приземлении, конечно, напортачил. Оценки будут невысокие на судейской вышке. Да еще если учесть, под каким углом они это все смотрят. Витхойцель доволен. И его ассистент третья позиция при всех калькуляциях у Михаила Хайбека. Но всего-навсего 3,4 балла отставания от Ланишика. Кобаяши сохранил за собой вторую строчку протокола. 2,7 балла уступает король этого турнира двухлетней давности. Дэш Ванден. У швейцарцев единственная надежда снова Дэш Ванден. Стабилен, не настолько динамичен, не настолько активен, но стабилен и его дуэльный конкурент был еще чуть лучше. Но так они были вполне сопоставимы. Они показывали. Норвежская команда, потеряв призера прошлого года Линдвика. Очень серьезное было воспаление надкосницы. Скребли его изрядно в Инсбруке, здесь в клинике. Ну и, в общем, вылетел он, скорее всего, до конца. Штёкель говорит, что есть шансы, но шанс приза берегут. Возится, можно даже так сказать, в хорошем смысле этого слова, Штёкель с ним. Когда он не подпускает, иногда это даже лучше. Тем временем, в поединке Дэш Вандена и Форфанга удача улыбнулась швейцарцу. И Форфанг, несмотря на не самый плохой прыжок, становится в очередь. И он четвертый среди пятерых пока еще проходящих финал проигравших. Чем дальше, тем будет хуже с балансом пар. Как известно, только немногие случайно проигрывают. А так там разница очень большая. Вот сейчас-то как раз сопоставимые ребята. Но у Климова опять сбились тонкие настройки после того, как в пробном раунде надо тормаживаться. Да, концентрация здесь должна быть и во время прыжка, и после прыжка, и даже на окончательном торможении. Вспомните Сабиржана Муминова. Его сальто-мортали. Слава богу, без последствий завершившийся. Штенкала. А Штенкала стал солдатиком, по идее, но все равно за капоинт перебрался. А если бы, опять же, то, что он седьмой в генеральной классификации, и последний шанс был зацепиться для того, чтобы вернуться к списку тех, кто борется в тройке.
пластические этюды в исполнении Анджея Стенкала – это отдельная тема, конечно. И тут он превзошел даже Жилу. Жила, кстати, замкнул десятку в тренировке. Безусловно, способен на большее. Увы, Климов не продолжит турнир. И таким образом Назаров сегодня набирает очки. Набирает уже точно, поскольку он выиграл свою дуэль у Грегора Шлиренцауэра, который... Ассистент иной теперь у Витхёйселя. Вы помните, из-за чего. Правда, эту тему постарались как можно быстрее закрыть. Уволив того, кто принес инфекцию в команду. Тогда. Ковид-инфекцию. Харль. Уступает, разумеется, в этой паре. И обмениваться... Это все развивалось, и Стох подрезал его на финиш, точно так же, как и Кубацкий подрезал Линдвига на последнем этапе. Это, выражаясь спринтерским жаргоном, который не вполне приемлем, конечно, для прыжков, а приемлем больше для гонок, но тем не менее. Понятно, о чем идет речь. Муранька против Сато. И еще один герой антиковидных хроник. Против Кейчи Сато, который просто продолжает хорошо прогрессировать. И благодаря своей форме, которая периодически пробивается, вы помните, наверное, этот чрезвычайно красивый маленький документальный фильм про него, если вы по-настоящему интересуетесь этой темой, где он подчеркивал, что да, он очень-очень редко отмечается, но вот и сочинское второе место убедило его в том, что однажды... Может. И может быть, это иллюзии, конечно, но я, говорит Нори, остаюсь ради того, чтобы однажды подняться снова на пьедестал почета. А не просто потому, что я не могу без этого жить, и все. Много, очень много интересных тем. Не все, которые... Не все из которых хороший баланс, особенно с вот этой точки это было заметно. Это, конечно, не осталось без внимания судей. И в поединке с Муранькой... Он выигрывает часть успехом. Почему сказал про погоду? Потому что, смотрю, не сгущается дымка. Поначалу и тучи надвигались, и как-то все затуманивалось. Но ближе к закату, который здесь сейчас ранний, из-за того, что солнце ходит низко. Потом свет еще держится, но на трамплине это никак не сказывается. Хорошая попытка в исполнении Зеверина Фройнда. Зеверина, который один старт и опять сломался. Ну а сейчас 120 с половиной. Он понимает, что этого может не хватить. С учетом уровня конкурента. Ашенвальд себя еще в полной мере не раскрыл. Ашенвальд, который способен выигрывать квалы, который способен быть на подиуме при нынешней форме, был 10-м. Прикидки сейчас должен прибавить. На родном трамплине. Постарался именно прыгнуть посильнее, именно вытолкнуться посильнее, взять траекторию. Но, согласитесь, все же это такой утешительный приз. Победа в этой дуэли. До своего максимума Фил явно не добирается. Прощается с аудиторией до следующего этапа Фройнд. Ашенвальд прощается с шансами заработать здесь призовое место. Только разве что, если резко изменится погода, тогда... Изменится его судьба. Постковидный Зохравский вырулил на Прелца, которого он прекрасно знает, в том числе и благодаря славянскому своему тренеру. Но вот получилась все-таки яма у болгарского спортсмена после выздоровления затяса на камень. Тем не менее, он не безнадежен и... Будет надеяться на то, что тоже хорошо обжитой им во время тренировок Бишофсхофенский трамплин ему принесет больше. Шансы у старшего Прелца. Младшие братья не особо порадовали сегодня. Прелц. Ас, прекрасно знающий этот трамплин. Победитель этого турнира 2016 года перелетает через Капоинт. Теперь быстренько смотрим на ветер, потому что, да, относительно своего соперника он не конкуренция. Сильнейший в Гармиш он был 13-м. Повторение лучшего результата сезона.
состоялось в олимпийской столице. В другой олимпийской столице он уже сейчас 13-й, а соперников немало. Нужно творить чудеса в следующие попытки. Кобаяси, который старший, против Петрика Жилы. Ну так, Кобаяси не безнадежен и может, по крайней мере, побороться за место среди 5 лучших проигравших. Хотя в этой паре Жила, конечно, явный фаворит. Не сумел влиться вот в эту струю аэродинамическую Юнширо Кобаяси сейчас. Не взял. Ман довольно неожиданно. Штайнер тоже неожиданно. При благоприятных условиях он добился этого успеха. Дэш Ванден тоже немножко выше головы прыгает. В общем, эти ребята будут испытывать большое давление во второй попытке со стороны более высококлассных спортсменов, которым не очень повезло в первой попытке. Все слитно и четко сделал. И хорошо, активно отработал вторую часть прыжка Петрик Жила. Для того, чтобы мечтать о призовой тройке. Но тройку на отдельном этапе никто не отменял. Он в нее пока не попадает, но недалеко. Аману удалось пробраться в 50. И, в общем, это уже локальный успех. С другой стороны, легендарный швейцарский спортсмен на первом-то этапе уже приближался к 30-ке сильнейшего. Пока еще ни одного кубкового очка в нынешнем сезоне у 4-кратного олимпийского чемпиона. Не хватит этой дистанции. Пробивался он Гайгером. С таким прыжком никакие у него, естественно, перспективы на данный момент. Но есть чемпионат мира, есть суперцель и есть необходимость в Омане для командного турнира и много еще с каких точек зрения. Ой, как слабо. Да ладно, он пару-то выиграл, но он гигантски сейчас провалится, если норвежец... Расстроен, разумеется, сейчас Хорнгахер. Так все убедительно начиналось для сборной Германии на немецких этапах. И было два отличных претендента на Золотого Орла. А сейчас стабильностью своей давит и давит правнук выдающегося детского писателя и композитора норвежского. А эти ребята нестабильные, и нервы все-таки обнаруживаются у Карла Гайгера. Он вымучивает эту победу в паре. Но вы понимаете. Разумеется, Декабин не имеет ровно никаких шансов против Крафта. Никаких очков. С места в карьер взял, и в Оберхофе уже, в Эрсдорфе уже 6-й. И после этого бабах, и крохотные очки, и сразу же вылетание из борьбы за повторение победы на турне 4 трамплинов. После 28-го места в Гармише, конечно, говорить об общем успехе нечего. Реабилитироваться на домашних трамплинах, но больше шансов в Бишофсхофене. Здесь что-то расстроилось. Все-таки пропуск большого количества, правда, все стало быстро на свои места. Он сдал углубленное медицинское обследование благополучно. Здесь же, в Инсбруке, кстати, это и произошло. Но вот не держится, не держится. И я думаю, конечно же, вот это вынужденное отсутствие сказалось. Надеемся, что рекордсмен мира под весну наберет уже и стабильность, и навыступается достаточно хорошо. Шмидт, которому дали еще один шанс на этом шансе, австрийском шансе, в дуэльном поединке, я уже говорил, 47-м. Но Хорнгахер подчеркнул, что это работа на перспективу, и что он большую стабильность на внутрикомандных прикидках демонстрирует. Ну, сотвори чудо, просит польский болельщик Камила Стоха, хотя у него на шарфе написано «Кубацкий», и Кубацкий тоже должен сегодня прибавить. Кубацкий неубедительно выглядел в пробном раунде.
Аккуратненько пошел Камель. Блестящая выточенная техника с отличным приземлением. И вот такой балансик интересный, глубоко со свистом. Уже на этой стадии. 127,5. Первая строчка протокола. Прекрасные баллы за технику. 19-19,5. Только словенец был почему-то придирчив, но и был вычеркнут. Тот балл, который выставил словенский арбитр. Наверное, словенец хотел спасти Ланишика подсознательно. Но нет, Ланишик уступает. Промежуточное лидерство польскому орлу. И следующая пара — Кот против Айзенбихлера. Матчей Кот. Нужно спасать сборную после неудачи Кайгера. Я думаю, что, конечно, он с Айзи не справится. Каковы предстартовые расклады по итогам тренировки? Айзи был 15-м, Кот 39-м. И Айзи максимума не показал. Но, правда, из короткого разгона работал. Ну, а Кот — и тут говорить нечего. Хорошая аэродинамика. Постарался быстренько уйти туда, в плоскость лыж. С точки зрения общей конкуренции, тем не менее, у Айзи неудача. Мы позицию... Место в десятке сильнейших у них, скорее всего, будет. Но это ли максимум их амбиций? Да, в паре выиграл, но за пределами десятки сильнейших Айзенбихлер. Вот это как раз тот самый поединок, когда один плох относительно своих ожиданий, второй еще хуже. Кахофер против Кубацки. Тимон Кахофер, который... был извлечен из резерва из-за того, что были проблемы коронавирусные у команды Австрии. Но потом тоже попал в этот глубокий резерв из-за того, что до заявку в эту пятидесятку на этой стадии останавливается. Ну а Кубацкий, который вчера был... убийственно силен, который побил на предыдущем этапе долгоживущий рекорд трамплина, который абсолютно психологически раскрепощен, в тренировке в последней выглядел так себе. Смотрим, что сумеет скорректировать. С технической точки зрения, да, это результативный прыжок, да, со спортивной точки зрения он начинает борьбу, да, обойти, насколько это ему очень мешает. И после этого он начинает терять технику. Голова его не там, где нужно находится. Вот вы видите, он пока на пятой позиции и понимает, что догонялки сегодня предстоят непростые. С другой стороны, разрывы сегодня гораздо компактнее, чем на трамплине в Гармише. И вот еще один, второй уже австрийский дуэт. Один австриец будет выбивать другого. И Кубер, конечно, почти гарантированно, несмотря на знания домашней поляны Фетнером. Это его с детских лет тренировочный трамплин, уже 35 с хвостиком Мануэлю Фетнеру. Оставшийся магиканин, хотя планировал лыжи зачехлять, получив этот шанс, точнее. Но, конечно, лучшим этот сезон не назовешь. 4 года назад, допустим, он даже призовые места брал. Сейчас маунтинирингом таким. Альпинизмом особо это не назовешь, но надо сказать, что лазание с применением, с поиском зацепок на деревьях, это тоже достаточно интересная задача. Другое дело, что техники безопасности, конечно, то, что они сейчас делают, не очень соответствует. Кубер включился в борьбу за высокие места. О том, чтобы отыграть там 3-4-5 позиций может. Раз уж к этому моменту уступает менее 50 баллов. 13-й на данный момент Хубер. 11,8 балла проигрывает Стоху. Стоху, который либо выиграет, либо станет вторым. Халвард Гранрут никому не позволяет сейчас выигрывать. И в пробном раунде он в очередной раз нокаутировал играючи. Нокаутировал всех своих конкурентов. 128,5 из короткого разгона.
И техника еще была прекрасная, правда, она не была оценена. Полосик, кстати, для себя-то, в общем-то, относительно и ничего. Отпрыгал сейчас Готов Гранрут, который делится своим ноу-хау. И ноу-хау заключается на данный момент в этой многодневке, где он впервые претендует на такое высокое место. Рецепт очень простой. Просто внушать себе, что все как обычно. Этап за этапом, Кубок мира как Кубок мира. Не углубляться в осмысление этой истории, важности этого титула. Просто показывать, что можешь. А может он в этот раз не так много, как Стох, и не так много, как многие. Все вы... Токель раздосадован. Ситуация осложнилась для двух лидеров генеральной классификации очень значительно. Бог мой, аж 29-я позиция. В паре он выигрывает, но с прыжком на 116,5, если бы был соперник у него посерьезнее, если бы он классно не выступил бы в квале, то тогда бы он и вылетел вообще. И вот вам, пожалуйста. Вчера ты лидер общего зачета, а если ты не выступаешь в следующие попытки, ты уже сразу аутсайдер. Так что над каждым висит дамоклов меч. И наиболее ровен психологически, наиболее надежен Камиль Стох. Вот он класс, он пошел на всех парах к третьему титулу. Это очень реально. И он тот самый человек, который не дает возможность уноситься голове в облака, как говорил Гранрут о своей голове. Неужели он потерял свою способность себя контролировать в этом плане? Дело ведь не только в невыгодном ветре. Хотели интриги, хотели остроты борьбы, получите. Вот такой вот старт-лист второй попытки у нас. Гранрут по-прежнему опережает Гайгера, что характерно. Но один 29-й, а второй 30-й после первой попытки. Вот это да. С аналогичной позиции, похоже на то, что было в Гармиш-Партенкирхене, попытается контратаковать и Михаил Назаров, стартуя 26-м. Добрался до 20-ки в прошлый раз, как вы помните, благодаря удачной второй попытке, который был доволен он, который... Два поляка лидируют с разрывом менее чем 8 баллов в генеральной классификации, я имею в виду. Чуть-чуть приподняли лавку на вторую попытку. Редко бывает настолько интересно с самого начала второй попытки. Два супернеудачника. Именитейших, прекрасно шедших до этого момента. Лидер и вице-лидер генеральной классификации этой многодневки теряют свои позиции и пытаются их вернуть. Сейчас, конечно же, мы ждали далеких и качественных прыжков. И Гайгер более чем убедительно берет реваншу. И 5. Сейчас, конечно, и Карли, и Халрегнер пойдут в 20-ку. Но вот такие похлопывания по шлему — это претензии к самому себе. Не к судьям, не к погоде. Это всегда легко читать, как жестикуляцию. Гайгер считает, что в своей неудаче в первую очередь виноват он сам. Взошедшая звезда Норвегии настолько же хорош. И даже почетче, я бы сказал, в технической фазе, в техническом плане, стату не положено быть выше. Сохраняет свое 29-е место. Гранрут, но обратите внимание тоже на разность их психологии. И тут же вы увидели, кто так, каков на самом деле Гайгер, то есть до какой степени он сдерживает всегда свой вулкан. А Гранруту, например, не приходится даже этого делать, потому что он от природы такой вдумчивый, рассудительный, но иногда... Давайте будем уважительны. К соперникам тоже. Лакнер, естественно, пропускает этот дуэт, с ужасом отступая в сторону, когда два таких урагана проносятся, понимая, что он не в этой лиге совершенно. Танда был в этой лиге, но ему еще нужно в эту лигу вернуться. Неплохо он действует в этом процессе. И снова мы видим
в исполнении Дани Андро, оплачиваемой супер многодневки, еще более выматывающей своей отечественной Row Air. И он останавливает Гранруда и Гайгера. Плохие новости для них, но с другой стороны, как вы помните, общий зачет это не фиксированные очки, а реально набранные. Назарову сейчас будет сложно, конечно, повторить свой рейд двухдневной давности. Но он не капитулирует, обратите внимание. Его прыжок очень достойный. Немножко менее так все присутствовало. Неплохие очки. Теснит Лакнера. Но более титулованных пропускает. Все логично. Ну и по идее, с другой стороны, есть кого обыгрывать ему. Плотность результатов очень высока, вплоть до Альто. 15 очков разрыва всего-навсего. До первого места всего 15 очков. Альто не приблизится к первому месту, увы. И юниоры, о которых мечтают, они пока еще, в общем, по стол пешком ходят. И небольшой разрыв, конечно, в поколениях присутствует. Вот Назаров обошел одного человека. Маккензи Бойклаус тоже здесь не особо стабилен на этом конкретном трамплине и тоже может быть посилен для Назарова. Гайгер, Гранрут и Танды, конечно же, его обойдут при любом раскладе. Ну вот вы видите, что он перебирается не без труда через отметку капоинта. Разрыв множества параллельно существующих здесь. Седьмая позиция, позиция замыкающего достается лидеру канадской сборной. Ну и Назаров, соответственно, в итоге будет обходить уже двоих. Кютосао тоже, в принципе, по зубам российскому спортсмену. И тоже не факт, что продержится. Правда, ну здесь где-то по сумме сопоставимый уровень. Каждый из которых уже турне выигрывал, один даже неоднократно. Да. Подрезал на этом вираже. Кютосао Назарова, размещаясь на строчку выше. И пошел Ашенвальд. Ашенвальд крепкий орешек, и трамплин его более чем хорошо знаком. Опа! Не было параллельности. Такое ощущение, что немножечко и боковая составляющая ветра здесь сыграла не в его пользу. Это недавнему элитному прыгуну, который далеко за 30 закончил свою карьеру, Витхойцеля, я имею в виду. Пропускает финна, обходит россиянина. Три лидера продолжают подниматься и подниматься. Как сработает против двух своих товарищей по команде Форфан? Не справился с ними, я думаю. С точки зрения общего зачета. Поэтому игра в поддавки внутри команды тоже здесь невозможна, в отличие от некоторых других многодневок. Других видов спорта, где существуют многодневки. Существует вот такое. Ты смотри видео с вот этим, а вот этого лучше не смотри. Хотя он и неплохо выступает, но если ты начнешь озеркаливать его технику, то только от этого хуже станет. Здесь не так. И Брызадо, Лаинзам и их товарищи по команде получают сейчас отличный урок. Неплохо. Но не так, как ожидалось. На данный момент существует, и это и понятно. Цены Превц тоже отступает в сторону, пропуская именитых неудачников. Хотя нельзя сказать, что прыжок был настолько прям уж ужасен. Сейчас расстановка такая. Средний брат сначала, старший брат потом. И лучше всех по первой попытке идет Домен. Младший на 14-й позиции. Вот сейчас почетче был уход. И, как следствие, результат отличный у Петера Превца. Ставший его еще в качестве активного прыгуна, выступавший еще вместе с сборной в одной с ним, конечно же, счастлив. Многие интересуются, а как вообще, насколько велик авторитет того человека? Ну, допустим, Витхойсель, Шлири, да? Разные поколения, но люди из одной сборной. Так вот и эти тоже.
Но Крота никогда из-за своей травмы колена никогда все-таки не получал таких шансов, как Петер. Отличный прыжок, еще один. Шнишель, вдохновленный успехом своих товарищей. Но здесь не за что было резать очки. Ну и тоже. Суперэлита. Да, впереди, но Шнишель следом за суперэлитой. Провц первый, Танде второй, Гранрут и Гайгер на третьей и четвертой позиции. Ну вот. Видите, вот для этого нужен ветерану польской сборной его не сиамский близнец, но человек похожей психологии Стенкала становится его боксерским спарринг-партнером. Тем временем результаты пошли. Следом указывал, что это ощущается гигантски по-иному, особенно если учесть, что два соседних этапа, гармишевский и здешний. И такое ощущение, что ты прыгаешь с подкидной доски с катапульты. И многие просто теряются в этой ситуации. Там просторный стол отрыва, там надо активно работать и еще искать точку отталкивания. Здесь нужно просто прыгать и набирать высоту. Впрочем, не все следуют этому совету, как вы видите. Йоханссон, допустим, устремлен вперед и четко устремлен вперед. Но то, что по ногам ему дает приземление, как и всем остальным, коллеги и специалисты попереживали немножко за его судьбу. Тяжело он как-то выступает сейчас, Йоханссон, согласитесь, после Нового года. Второй этап подряд. Все ли в порядке со здоровьем еще? И еще один именитый неудачник, который и так был в положении догоняющего, но который способен сотворить чудо во второй попытке. Такого чуда, как было пару дней назад, мы не видим в исполнении Айзенбихлера. Это неудачники первой попытки сборной Германии, уже успевшие одеться во главе с Фройндом. Рекордсмен предыдущего трамплина, свежеиспеченный. И пока вне тройки, но с таким уровнем в этой тройке он должен оказаться, я думаю, по итогам двух попыток и с такой стабильностью, самое главное. Лучший из братьев Превц. Вот он попытался взять повыше, активно отработал руками. А в итоге, конечно же, слабоват был ветер. Встречный ветер, поддерживающий. Рваный прыжок не особенно понравился судьям, как вы видите, тоже. И в результате Домен Превц с дальностью худшей во второй попытке пропускает всех, включая Михаила Назарова. Так что сильнейшие обошли Назарова, именитые неудачники. С другой стороны, он обошел некоторых, кто обошел его, и остался на своей как минимум 26-й позиции. Вылизанный прыжочек Хубера. Но такой полетную фазу прошел, так как на полетных трамплинах это делается. И Хубер. Вот здесь как раз и проявляется это, что в рамках многодневки ты должен быть невероятно стабилен. И твой класс, и твой опыт должен быть на соответствующем уровне. Опытные ребята из польской сборной демонстрируют, как это должно выглядеть. Кейчи Сато через капоинт перебирается, но не более того, и пропускает многих. Потому что отрыв был почти в 200 очков у норвежца. А сейчас, вы видите, обходят его очень многие. И, соответственно, очков Гранрут не добирает. Разница между призовой тройкой этапа и всеми остальными, как вы помните, значительная. Дешванден. Единственный швейцарец остался после ожидаемого всеми схода с этого марафона Амана после первой попытки. Прилично, прилично. Вот он как раз действовал по школе, он как раз действовал по рецепту, по рисунку, баллистическому рисунку траектории. Он действовал так, товарищу по оружию вселилось в него тоже в какой-то степени. Ну, такие какие-то вещи звучат периодически. Где заход? Очень пугающий для пассажиров, которые не в курсе, когда горы почти чиркают по крылу. Ну, так кажется, по крайней мере. Если на большом лайнере, в особенности, идет приземление. Очень активный, активно действующий. Но не в это время, к сожалению.
не в коронавирусное. Желаем ему снова стать настолько же оживленным, как прежде. Макси Штайнер. С перепугу доскакал аж до десятки сильнейших. Удержится ли в ней? Нет, конечно. И это ожидаемо. Штайнер сейчас пропустит чуть ли не всех. В отталкивании нет точности, то воздушные фазы это на данном трамплине не компенсируешь. И вы видите сами, что он пропускает 15 человек на данный момент. И еще бы немножко, и даже Назаров бы его сумел обойти. Не случилось. Крафт совсем другое дело, совсем другой уровень. И он, конечно, способен удержать свою позицию, но на постковидном этапе своей карьеры он перестал быть стабилен. Очень мало выступая в нынешнем сезоне. Вот здесь собрался. Собрался и удержал свое место в десятке сильнейших. Я не знаю, будет ли он первым промежуточной радости у рекордсмена мира и обладателя кубка прошлого года, с которым он, конечно, тоже расстался. Отличные баллы, лучшие баллы второй попытки. Вот он Айзи тоже пропускает. Но и Сато Айзенбихлер, и Штефан Крафт имеют тех соперников, которые по силам и могут их обойти. Того же самого Хаммана. Смотрим. Ну вот. Через Капоэн перебрался, но не более того. И став единственной зацепкой, сейчас в какой-то степени, наверное, оно поправилось. Ну, а Хамман отступает под натиском куда более именитых. Правда, никому из своих товарищей по команде, кроме Айзи, помочь не может. Гайгеру, в первую очередь, не может. И Стох. Стох, который снова в своем психологическом облаке, защищающем его надежно. Стенкало поможет ему этот предстартовый бокс с жилой или нет? Слишком, кажется, много энергии ушло на это, на разогрев жилы, которые то вопли воинственные, то вопли раздосадованные. Примерно они звучат, кстати говоря, похоже. Но вот Жила. Жила, человек, который уже несколько раз был в тройке в нынешнем сезоне. И двойной польский подиум на турне был тоже с его участием. Нормально. И, возможно, сохранит промежуточное лидерство Жила. Попытки. Второй этап подряд мы подобную картину наблюдаем. Но не с тем исходом по сумме двух попыток. Жила отступает на 7 строчек. И такое ощущение, они же не верят своим глазам. А нет, какое там? Нет, он промежуточный лидер, конечно же. Не на ту цифру посмотрел. Но это было невозможно. А вот этого может и не хватить для того, чтобы отметиться на подиуме. Чтобы удержались его именитые конкуренты, Хайбек и Кабаяси должны быть абсолютно спокойны. И абсолютно стабильны, что за ними не наблюдалось. Последние многие этапы. Поэтому, конечно, Кубацкий может пробраться и в тройку. Рекордсмен этого трамплина, его рекорд, может спокойно на строчке первой в списке рекордов отдыхать, расслабляться, потому что он остается. И хорошие очки по сумме. Десятка для Хайбека. Да, но сегодня Хайбек был в хорошей форме. И, конечно, быть только в десятке для него это недостаточно здорово. С удовольствием Жила выступает промежуточное лидерство Кубацкий, поскольку у Жилы нет амбиций, связанных с общим зачетом, а Кубацкий... Хорошо, что получилось две таких попытки. Ну и вот Рюйо. Неплохо. Менее аккуратно, больше завелся. Мление на отталкивании, не его техника тоже. И четыре человека обходят Рюйо Кабаяси.
Но потенциал у него сейчас есть. Главное, чтобы он не зацикливался на этой неудаче. Ветер практически отсутствовал в момент его прыжка. Вся команда пошла поддержать Кубацкий. Кубацкий на подиуме после своей победы. Как минимум это так. Ну и сумеет ли Ланишек, набравшись вселенской энергии в нужном количестве, сумеет ли он удержаться? Почетче, помягче он действовал, чем японец, гораздо это толковее. И он остается на подиуме. И Крота доволен тем, что он на подиуме, но на какой строчке итогового протокола? А-а-а. 1,3 балла в пользу Ланишика. То есть он, по всей видимости, он, не по всей видимости, а, ну, все зависит от стоха, конечно, но он второй. Я думаю, что второй, но я не знаю, что должно произойти со стохом. Очень активно он продавливает дистанцию этого прыжка, и он победитель. Да. Кладезь опыта. Видели. И это материализовалось. Камерстох, не размениваясь на промежуточные финиши, как говорится, демонстрируя форму только так на подходе. Это адресовано супруге, которая сыграла такую большую роль и продолжает играть в его карьере. То, что вы сейчас видели в камеру. И вот он, гранд-финал. Два поляка и Ланишек между ними. Хозяева выступили относительно неплохо, и два друга в десятке. Но 8-9 место, не думаю, что это полностью их устраивает. Грегор Дешванден добился большого успеха по своим меркам. Превц старший продолжает прогрессировать. Ну и Назаров в очередной раз в очках. Был 26-м после первой попытки, 26-м остался после второй.